Международный аэропорт Харьков принял первый для авиакомпании Turkish Airlines рейс в новом направлении. До 30 мая летать в Стамбул харьковчане смогут 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. А уже с начала лета перелеты будут выполняться каждый день. В скором времени готовится соглашение, по которому можно будет путешествовать в наши страны с ID-картой в качестве документа. И мы уверены, что это нововведение будет способствовать развитию экономических и социальных отношений между Украиной и Турцией. Цена билета в обе стороны стартует от 109 долларов, включая все таксы и сборы. Время в пути чуть больше 2 часов. Из Стамбула самолет вылетает в 6:40 утра, а из Харькова около 10. Летние рейсы по вторникам, пятницам и субботам будут вечерними. На сьогодні турецькі авіалінії здійснюють 56 рейсів щотижня в Україну, а загалом авіасполучення між Україною та Туреччиною на сьогодні це близько 186 рейсів. Це показує інтенсивність стосунків між нашими державами. В прошлом году, отметил посол, свыше 1 000 000 украинцев посетили Турцию, а с ответным визитом прибыли около 200 тысяч турецких граждан. На новое направление Turkish Airlines получило уже 8 тысяч броней, 70% из которых сделали харьковчане. В компании обещают, что рейс будут обслуживать самолеты со сроком эксплуатации не больше 6 лет. Компания, которая имеет очень высокие рейтинги в обслуживании пассажиров, компания, которая имеет высокие рейтинги безопасности полетов, будет представлять не только интересы, но и будет также развивать те услуги, которые может надавать также самый крупнейший аэропорт имени Ататюрка в Турции. За 3 месяца пассажиропоток в международном аэропорту Харьков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 45%, до 125 тысяч человек. Рейсы выполняют свыше 10 авиакомпаний. Надежда Тофан, Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив».